Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые подписчики. Благодарю вас душевно, что смотрите мои публикации. Благодарю вас, что подписываетесь и ставите лайки. Спасибо огромное. Буквально за 2 минуты объясню, в чем проблема. Проблема обучения в школе заключается в том, что мы, родители, не всегда подаем положительный пример отношения к школе. То есть, грубо говоря, мы очень часто при наших детях выражаем неуважение как к конкретным учителям, так и к самой системе образования в нашей стране. Да, к школе очень много замечаний, очень много вопросов и очень мало ответов. Ну, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что это есть. То есть мы подаем пример, и дети с этим примером не хотят ходить в школу. Но, с другой стороны, наши дети очень любят учиться. И если подавать информацию так, как дети готовы ее воспринимать, то тогда дети будут нормально относиться к учебе. Просто над этим нужно поработать. И вот что я хочу вам предложить, зная, что никогда, ну, по крайней мере, вот по современным веяниям, я понимаю, что, ну, в ближайшее время не манеру подачи информации не изменят в школе, не саму структуру преподавания, и уж тем более не поменяют преподавателей, которые давным-давно изжили себя как преподаватели. Я понимаю это. И поэтому я предлагаю вам взять на вооружение концепцию «лагерь супергероев». То есть вы отправляете ребенка не в школу, а в лагерь супергероев. И вы говорите своему сыну, своей дочери, ну ты же смотрел видео про супергероев, ты же смотрела фильмы про супергероев. То есть герою нужно сначала там пережить какие-то страдания ужасные, а потом этот герой становится, в общем-то, и героем. И ты, идя в школу, проходишь такую же подготовку. То есть и никто не должен там под тебя подстраиваться, никто не должен быть там хорошим другом, никто не должен быть нормальным человеком. То есть каждый исполняет то, что ему хочется. Вот такая у нас современная система образования. Поэтому ты добьешься всего в жизни, чего захочешь, только тогда, когда пройдешь эту школу супергероев. Иди и относись к этому именно так. Что-то не нравится, либо прими это, либо измени это. Не знаешь, как изменить, спроси меня, как, я научу. Понимаете? То есть вы даете ребенку возможность самостоятельно справиться. При этом вы, конечно, говорите, что все нормально, я за тебя заступлюсь, я тебя поддержу, но решаешь все школьные вопросы ты сам, ну или ты сама. Ты уже умный, сильный человек, поэтому полный вперед, я в тебя верю. Вот с таким вот напутствием отправляем детей в школу и получаем совершенно другое отношение. И в нашем сердце родительском, мы же от школы ждем чего? Что было раньше, при советских временах, уважение, забота, внимание. А этого нет. А лагерь супергероев? Нормально. Как раз, понимаете, вот эта концепция, она помогает успокоиться родителям и помогает замотивировать детей. Что ты не просто учишься, что ты справляешься с жизненными трудностями, и это делает тебя сильнее. То есть тебя готовит жизнь стать супергероем. Большое спасибо за внимание. Буду очень рад вашим подпискам и вашим комментариям под этим видео. Спасибо большое. До свидания. Пока.